Диман, здорово. Здорово, Павел. Ну, что делаем здесь? Хочу тебе похвалиться, какой мы собрали фудкорт, фудтрак. Так, ну давай показывай, что сделали-то. Ну, во-первых, это прицеп. Двухосный прицеп. Подходит под категорию Б, если я не ошибаюсь. То есть грузоподъемность до 750 килограмм. Мы заказали сюда тент. Долгостойкий, прорезиненный. Все работает, все исправно. Давай скроем сейчас, покажем, что там есть. Будешь делать так? Типа. Показывай. Вот такая штука. Опа-на. А? Павел, хочу тебе рассказать, какие у нас цели были, когда мы делали, изготовляли этот шедевр. Цели какие? Продавать пиццу с этого фудкорта. Назовем его, наверное, фудкорт. Он соответствует фудкорту, Павел? Печкорт. Сделать для себя, чтобы выезжать на праздники, корпоративы, свадьбы, крестины и прочее. Бороду побрили. Фишка в чем? Тут не нужен генератор, тут не нужен свет. Накидали дров, растопили, готовим пиццу. Готовим мясо, готовим супы, готовим там всякие жаркое, птицу, рыбу и прочее. Стол. Пойдем, я тебе покажу стол. Стоит стол, задекорированный под осень. Покрытие нержавейка соответствует санпину. Второй человек или одними силами достает рукомойник. У меня товарищ в Тольятти попросил подробнее рассказать про мойку. Бочка, я не знаю, объем там 200 литров. Нет, не 200, 150, наверное. 100 литров. Открываем. Тут у нас принадлежности, куда водичка сливается, чистая вода ставится. Сюда заряжается помпа водяная, на 19-литровой бутылке вешается. Заказывается это все через интернет. Кнопочку нажимаешь, водичка потекла. Не ссорим, ничего, не это. Все стекает, то есть сборник. Руки помыть есть где. Пиццу приготовили. Руки грязные, руки помыли. Все в порядке. Короче, вот сюда мы складируем трубу. Приехали на объект, достали трубу. Поставили, установили. Печь зажгли, и все работает. Тут мы храним лопаты для пиццы. Одна, вторая. Для транспортировки. Все, мы упростили для транспортировки. Короче, приезжаем, все это дело расположили, достали, установили, смонтировали в течение там, ну, 10-15 минут. Дольше печь греется, минут 30-40. Ну, собственно, пока печь растапливается, мы все это дело подготавливаем, моем, чистим, чтобы был опрятненький вид. Первое дело, нам не нужен генератор, свет. И второе дело, нам нужно с собой взять только там, несколько баклах с водой 5-литровых, чтобы обеспечить себя водой. Ну а, собственно, заготовки продукты, это все везем с собой. Праздник заканчивается, все это дело грузится обратно, устанавливается, закрывается, прицеп цепляется. Повторюсь, категория Б. Форд, мой тащит Форд.